с левой стороны, если это не бот. Сейчас захожу на префайре, прям я в нижней работе буду, понял? Давай. Раз, два, три. Свою дать? Не вижу, кто это. Чужая. Свою? Или это своя была? Нет, я не давал дать. Даю свою. Я попал с этой цены. Понял, держу. Держу. В левом, дальнем. Угу. Даю свою. Возьмите левую даль. Окей. Минус. Упал. Держу. Держите лево, красный. Ну, ходить красиво. Через первую. Ходить через первую и налево сразу. Держу. Иду. Так. На свечке контакт. Что за свечка? Красная? Ну вот это, блядь, да-да-да, вот это красная, блядь, будка. Минус наверху, минус наверху. Окей. Да. Ну это он и был. Есть справа контакт где-то, внизу, по-моему. Внизу? На час, походу. Да, вижу. Вижу, смотрю. Уходит здание. Давайте работаем. Прям в дырку в середину здания зашел. Понял. Еще один зашел по улице. Ближе к зданию, быстрее под тег. Поддавливаю. Зовите в дырку все. Давай, давай, бегом, 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 зданием. Живы все? Да. По мне работают. Захожу через торец. С тобой. Минус. Я за... One info. Граната, граната, я подхожу, блядь. Дрюн, смотри. Помогаю. Ищу. Ваня, минус? Минус. Блять. Давай, давай, пошли, работаем. Рядом? Да. Прямо держи. Блин, куда он мог деться? На крышу, чтобы съебаться. Ходи ближе. Нет, Андрюха, он рядом. Ура! Она тебя, понял? Ёперный, блядь, театр, а. Чё, сняли? Да нет. Сука, братишка, убили! Петух ебаный, а. Ну я ему отомстил, Андрюх. Угу. Че, Андрюху тоже сняли? Ой, блядь. Только меня сняли. Здрасте. Ну, в смысле, с тобой. Он врачак внутри, пожали, что ли, сидит? Ну, видимо, да, раз только что отрубился. Я кинул свою и отъехал. На первом этаже у... Понял. Ну, где? В окно запрыгивал. А, левее там получается, да? Да, я там лежу. Вы работаете со своей стороны. Сейчас они, скорее всего, пушат нас, пойдут через эту дверь вашу. Понял, принял. Парни, рассоситесь по сторонам, слева и справа. Я сверху буду работать. 855А1. Понял. Вот можно! Понял. Давай. Парни, шуруйте в подвал, давайте. Окей. Okay. Ну что ж, а теперь мне придется озвучить этот кусок боя, поскольку я криворукий мудак, который случайно удалил нужный фрагмент видео, а мой мейт за неимением навыков записи что-то нахимичил со звуком, поэтому там почти ничего не слышно. Итак, как только наша группа вышла из подвала, мы начали поэтапно досматривать это здание. Выйдя на крышу, я обнаружил на соседнем здании контакт, после чего приказал первой нашей группе зайти в ту казарму и занять первый этаж. Дерево чье? Своё? Как только наша штурмгруппа вошла в здание, по ним тут же открыли плотный огонь с другого конца коридора. Мы с Орлом сразу выдвинулись им на помощь.
Говорю своим, чтобы оттягивали все внимание на себя и шумели как можно громче, пока мы пытаемся обойти. Гранаты. Это световая. Нет. Шумите. Быстрее, блядь. Это мы. Он. Да, он, у них. Он, у них. Закройся в уху. Принял. А, нет. Смотри ближний, я на дальний отработаю. Вань, держи, встань. Держи длину. Держу. На улицу он выбежал. Не? Не, нет, здесь он. Здесь, да. Давай, все, давай! Давай! Давлю. Вань, перейду на сектор, перейду. Справа? Да, справа был. Дави, дави, дави! Красный! Красный. Давай, давай, давай! Зелёный. Зелёненький! Готов. Вижу, давай, работай. Тише меня не бей. Понял, я вижу тебя. Лучше сам выходи! Давай, работаем. Давай. Будет возможно. Давай. Вань, 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 меняй, 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 он с правой стороны. Минус. Хорош, красиво, блядь. Заебашили? Записал. На мужика, да. Блядь.